Здравствуйте, меня зовут Игорь Скобелев, и мы продолжаем цикл передач «Розовое настроение». Сегодня мы поговорим с вами об укрытии штамбовой розы, о том, как это делать, какие бывают способы, когда необходимо это делать, и покажем наглядно, как сделать укрытие штамбовой розы. Сейчас мы наглядно покажем, как нужно укрыть штамбовую розу. Мы много говорили об этом в теории, но сейчас мы покажем, как это делается на практике. В этом мне поможет наш специалист Дмитрий. Здравствуйте. Дима, расскажи, как мы будем действовать с этой розой, что нужно сделать перед укрытием? Прежде всего, когда пришла осень в наши сады, нам необходимо снять весь лист. Этим мы занимаемся, когда уже установилась среднесуточная температура минусовая. То есть устойчивая отрицательная температура. Да, устойчивая отрицательная температура. Мы снимаем лист, но мы не просто обрываем лист. Таким образом мы можем повредить почки. Наша задача срезать лист, оставив чашелистник. То есть фактически мы будем эту розу укорачивать сейчас. Да, мы ее обрежем. Мы ее обрезаем и снимаем оставшийся лист. Хорошо. Вот этим мы будем заниматься. Что касается длины розы, то мы оставляем от начала шапки приблизительно около 30-40 сантиметров. Этого вполне достаточно, потому что весной будет производиться еще одна весенняя обрезка, уже формировочная. Сейчас мы обрезаем просто для того, чтобы можно было удобнее ее укрыть, и она компактно поместилась в короб, который мы дальше сделаем. Ну, давай сейчас обрежем и покажем, как это действует на практике. Что касается листвы, которую мы сейчас обрезаем, и веток мелких, их также можно использовать в качестве компоста на садовых участках. То есть не выбрасывать это, а помещать это все в компостеры специальные, чтобы это перепревало на компост. Ничего страшного, я уберу. Чтобы это перепревало на компост. Да, совершенно верно. И использовать как удобрение. В будущем, да. Обращаем ли мы внимание сейчас на то, как именно мы обрезаем розу, то есть важны ли нам почки и правила осенней обрезки? Нет, сейчас нам это по сути не важно. То есть сейчас мы ее готовим к тому, чтобы укрыть ее и поместить в короб, специально с нами заготовленный, чтобы она хорошо перезимовала. Также очень важно обработать ее, то бишь нашу розочку, медь содержащим препаратом, для того, чтобы опять-таки предотвратить дальнейшее распространение гнили. Это надо сделать 2 раза за сезон минимум. Это надо сделать вот сейчас и когда вы откроете розу, пока не пойдут почки. Вот тут я вижу уже коричневый побег. Что мы с ним сделаем? Это все удаляется. Все то есть мы должны все это удалить? Да. То есть они все мертвые, просто до них, пока была пышная шапка на розе, до них было очень трудно добраться. В принципе, это все удаляется гораздо раньше. Также важно убирать в ходе всего сезона, убирать опавшие бутоны и листву. Бутоны, которые уже отцвели, да? Да, отцветшие бутоны и листву, которая падает земли. То есть земля должна быть под розой взрыхлена и черная. Если нам попадаются вот такие слабые ветки, не очень развитые, мы их оставляем или удаляем? А сейчас это не имеет никакого принципиального значения. То есть я считаю, что лучше оставить все-таки? Лучше оставить, потому что вся формировочная обрезка будет. Здесь главный принцип сейчас не обрезать больше, чем надо. Так, вдвоем мы достаточно быстро справимся сейчас с розой. Сейчас самое важное обрезать то, что большое, то, что нам не нужно. Такой же принцип и с кустовыми розами. И, соответственно, обрезать то, что заведомо уже пропало. То есть коричневый там. То, до чего трудно было добраться в течение сезона, потому что шапка достаточно большая. Вот так это делаем. Для этого вам обязательно нужны будут перчатки, потому что вы можете поцарапать руки о розу. Мы люди привычные, а вам, конечно, стоит одеть достаточно плотные перчатки и подготовиться, чтобы не ходить с царапинами на руках. Такие желтые листочки, они сами отпадают, а вот более зеленые не стоит обрывать. И не забываем о том, что необходимо приступать к укрытию розы не ранее, чем дневная температура достигнет -3, -5 градусов, без надежды на оттепель, на дальнейшее потепление. То есть нужно посмотреть более долгосрочный прогноз и укрыть розу тогда, когда потепления уже не будет, когда придет зима. Из наблюдений вот за предыдущие несколько сезонов это начинается в начале декабря. Конец ноября, начало декабря обычно, да, для московского региона. В вашем регионе, конечно, это все может отличаться. То есть реагируйте на постоянное устойчивое понижение температуры. Потому что если вы укроете розу раньше, вы испугаетесь первых заморозков. У нас достаточно сформированный такой куст получился. Если вы испугаетесь первых заморозков или первого снега, вы укроете розу, и она может сопреть, потому что дальнейшее потепление будет действовать как... Ну, будет способствовать тому, что роза у вас сопреет. Вот мы ее почистили. Я думаю, что наша роза практически готова к укрытию. Вы не успели по каким-то причинам укрыть вашу розу вовремя, и уже пришли достаточно серьезные морозы, вам не стоит этого бояться, потому что роза роза переносит кратковременное понижение температуры даже до -15 градусов совершенно без укрытия. И с ней ничего не случится, просто вы приступаете к укрытию тогда, когда вы можете это сделать физически. Вам необходимо проделать все эти действия, которые мы сделали: снять лист, обрезать поврежденные побеги, немножко ее укоротить для того, чтобы она поместилась в короб. Сейчас вы это увидите, мы будем делать это с нашей розой. Бывают розы, которые все равно обрезали, но они все равно еще очень велики. Для этого просто необходимо их связать обычной веревкой. И... Как ты думаешь, нашу розу нужно связать? Ну, мы покажем пример. Да, вот. Я думаю, что стоит связать. Делается на конце петля, продевается веревка. И для этого, конечно, нужен помощник. Я у тебя есть. Да. Открывается. И как бы на удавку это все. Да, выбирайте повыше, там, где самый высокий. Бечевка может быть совершенно разной, не обязательно брать натуральную, можно взять капроновый шпагат, который взяли мы, можно взять натуральную бечевку. Это никакого значения не имеет, главное не очень сильно затягивать, чтобы наша роза не сломалась. Мы просто притягиваем побеги. Дальше оставшимся концом просто обкручиваете это дело, поправляя побеги. И свободный конец мы фиксируем. Давай я завяжу. Свободный конец мы просто фиксируем на ветке. Сильно делать не надо, просто для того, чтобы это все было компактнее. Наша роза готова к дальнейшему укрытию. Дальше, если у вас остались какие-то листья или ветки на земле, вы все это убираете из-под розы обязательно. То есть грунт должен быть чистым, потому что основная масса заболеваний грибковых, такая как черная пятнистость и другие пятнистости, они зимуют на старом листе и на грунте. Поэтому важно убрать мусор из-под розы, чтобы все болезни, которые зимуют на грунте, ушли вместе со старым листом. Поэтому также важно не только опрыскать нашу розу, но и опрыскать грунт. Теперь приступим к обработке. Итак, сейчас мы опрыскаем розу. Мы сделали для этого простой раствор медного купороса по инструкции на этикетке. Вам достаточно будет прочитать просто, что там написано, и согласно ей сделать раствор. Когда речь идет об одной розе или нескольких, о небольшом количестве роз, вам достаточно опрыскать даже простым ручным пульверизатором. Но когда речь идет о таких плантациях, как у нас, конечно, мы используем более серьезную технику, профессиональную. Поэтому модель опрыскивателя и чем вы это делаете, никакого значения не имеет. Важно то, что внутри опрыскивателя. Важно то, что защитит нашу розу от грибковых заболеваний весной. После того, как мы опрыскали розу, необходимо укрыть ее укрывным материалом. Укрывной материал продается совершенно в разных форматах. Он бывает специально упакован в размерах для кустов роз. Мы взяли часть рулона укрывного материала. И сейчас, давай попробуем, Дима. И сейчас мы эту розу укроем, начиная снизу, плотно, и потом обвяжем. Для того, чтобы, давай перевернем, да. Для того, чтобы вот это было хорошо и качественно. То есть берете с самого... Начинаем. Да, ну давай я начну. Берете с самого низа, аккуратно придерживая. Удобно делать это вдвоем. Не одному человеку, а вдвоем. И укутываете ее вот так по спирали. Для большего удобства можно сделать ленту и укрыть в два приема. Ну, мы укроем. Давай. Мы укроем в один прием. Самое главное, чтобы не было никаких мешков. Чтобы это было плотно. Сверху у нас будет одеваться еще короб, поэтому, конечно, такого укрытия, только такого укрытия недостаточно. Я держу. Только такого укрытия недостаточно. Нужен будет короб. Вот так просто обвязываете снизу. И для закрепления. Спираль удобно вести в обратную сторону по отношению к той, в которую вы укутывали розу. Для того, чтобы хорошо было. Можно утянуть еще дополнительно. У вас получится вот такая свеча. Если вы в саду оставите только такую свечу, теоретически роза может выжить. Но, исходя из практического опыта, лучше, конечно, сверху разместить короб. В интернете существует огромная масса различных приемов по укрытию штамбовых роз. Основные, конечно, приемы сводятся к тому, чтобы подкопать ее с одной стороны и нагнуть. Но в случае с нашими розами, когда роза достаточно взрослая и ствол у розы, то есть штамп, достаточно толстый, вы не сможете его нагнуть без того, чтобы повредить штамп. Поэтому мы будем укрывать розу в стоячем варианте. Если вы оставите розу вот так, это будет нести ветровую нагрузку, ее может расшатать. Этого недостаточно, поэтому сейчас мы сделаем... также на нее будет падать снег. В итоге все это вымерзнет. Поэтому сейчас мы сделаем короб, покажем вам, как это происходит на деле. Для короба нам понадобится 4 бруска высотой, мы сделали высоту 150, но вам нужно померить вашу штамбовую розу для того, чтобы определить высоту короба, потому что высота бруска фактически и будет являться высотой короба. 4 бруска, несколько поперечин, ну 4 стало быть, да, которые будут сверху держать этот короб. Также стоит отметить, что высота брусков будет зависеть не только от высоты вашей розы. Также вам необходимо сделать небольшой запас для того, чтобы эти бруски вбить в землю, чтобы короб плотнее держался. Для этого необходимо их будет заострить топором и вбить в землю. Давай прикрутим наши поперечины, привинтим. Я вот так подержу. Обычные шурупы по дереву. Так, один. Давай отсюда. Еще один. Продолжим. Вы можете делать все это заранее. Вы можете делать все это заранее на земле, но нам удобнее показать вам прямо отсюда, как это будет выглядеть. Будем надеяться, что у нас достаточно сподручно выходит. То есть это такая вот совершенно элементарная конструкция, предназначенная для удерживания основного укрытия фанерных листов вокруг розы. Итак, у нас получился вот такой каркас из бруса. Но он не совсем еще устойчивый. Для того, чтобы он был устойчивым, необходимо закончить, прикрутить стенки из фанеры. Сейчас мы этим займемся. Вот наша стенка. Итак, наше укрытие почти готово. Нам необходимо еще будет провести некоторые манипуляции с ним. Сейчас вы и их увидите. И таким образом роза отлично перезимует. Важно эту крышку очень хорошо не закреплять, потому что очень вероятно, что в течение зимнего сезона вам придется ее снять на какое-то время. У нас бывают частые оттепели. Это бывает в феврале, даже в январе бывают оттепели. И если вы не снимете эту крышку, то роза может подпреть. Мы еще дополнительно будем сверлить отверстия в стенках для лучшей вентиляции, для того, чтобы роза не сопрела. Но в целом вот таким образом, укрыв розу, вы можете быть уверены, что ваша роза хорошо перезимует и будет радовать вас и в следующем сезоне. Мы используем сверло 8. Этого вполне достаточно. Нужно насверлить несколько отверстий с каждой стороны. Сверлите аккуратно, для того, чтобы не повредить розу, находящуюся внутри. Можно все это сделать заранее. То есть лучше всего подготовить все заранее и сделать отверстие заранее, а не делать уже вот таким образом, как мы. Итак, наш короб завершен. Вот так он выглядит. Он сохранит вашу розу до следующей весны. Отдельно подчеркнем, что не нужно использовать сверху или внутри никакую пленку, рубероид или другие какие-то материалы, которые не дышат. Максимум, что можно сделать, это сверху прикрыть его пленкой от намокания, чтобы верхняя крышка не размокла при дождях, которые бывают даже в декабре в наших широтах. Это единственное, что можно сделать. Также такие короба можно делать для других растений южных. Один из наших клиентов таким образом сохраняет магнолию, которая, в принципе, не зимует в нашем регионе, но у него это прекрасно получается с помощью подобных коробов. Устройство подобного укрытия происходит тогда, когда дневные температуры составляют -3, -5, не ранее. А снятие этого короба происходит при таких же условиях весной. То есть еще в феврале или в начале марта, нужно смотреть по погоде, вам необходимо будет снять этот короб и постепенно, подчеркиваю, постепенно, потому что быстрое снятие укрытия с розы может привести к солнечным ожогам, постепенно снимать укрытие, которым вы укрыли вашу розу внутри короба. Желаем вам хорошей зимовки. Желаем, чтобы ваши розы хорошо перезимовали и радовали вас еще долгие-долгие годы. Итак, цикл наших передач подошел к концу. В них мы с вами узнали, как необходимо выращивать розы, что с ними нужно делать в условиях Подмосковья, как добиться обильного цветения, чем кормить, как укрывать. Также мы рассказали вам об основных видах роз, какими они бывают. Это были розы флорибунда, плетистые, штамбовые розы, все те розы, которые производит наш питомник. Мы очень надеемся, что наши передачи были вам полезны, интересны, вы почерпнули из них достаточно много нового и будете следовать нашим советам. А если вы будете следовать нашим советам, все ваши розы будут расти и цвести постоянно. Благодарим вас за то, что вы были с нами. Желаем вам всего доброго и пышного цветения ваших роз.